Полвека на трамвае. Почетный гражданин города Валентина Парамонова отмечает юбилей. Каким должен быть водитель трамвая? Почему Валентина Парамонова единственная в России? И как оставаться оптимистом в наше время? Я не поддаюсь. Вот многие, я даже давление не мерю, я не помню, где у меня тонометр. Короче, я не поддаюсь. И не обращай внимания на болезни. Смотрите программу «Герой нашего времени» 13 августа в 19:45.